Друзья, всем привет! Сезон, когда закрывают лето, обычно называют бархатным. И вот мы впервые в жизни в этом году, в сентябре, решили выехать на Азов. Теперь могу с уверенностью сказать, я поняла, что такое бархатный сезон. Солнышко греет, начинает с 11 часов и до 4-5 часов вечера греет хорошо. Но не жарко. Настоящий бархатный прекрасный сезон. Мы поселились в том же отеле. И море, показываю вам. Море осеннее уже. Видно, оно чем-то мне даже похоже на Черное море. И вот прелести бархатного сезона. Идем одетые. Вода 20 градусов. Вчера был шторм. Позавчера было очень много медуз. Я в жизни столько не видела. Медузы, мне кажется, это экологическая катастрофа. С этим, по всей видимости, надо что-то делать властям, потому что медузы заполонили все Азовское море. Столько медуз я не видела. Очень много. Но мы купались. Купались на третий день. Первый день и третий день мы купались. Вода прохладная, можно забежать, проплыть, когда нет медуз. И выбежать комфортно, хорошо, солнышко греет, поэтому нормально. Главное, что морю съездили и сказали пока-пока. До следующего сезона с ним простились. Друзья, и, конечно же, горячий источник. Ну, как я без этого могу? Мне кажется, что там больше мочи, чем самой воды. Везде, конечно, очень грязь, людей очень много. То, что сделали, но сделали очень горячий источник. Температура в источнике была 47 градусов. Это очень горячо. Холодный был, ну, где-то такой, как море, 20 градусов. Людей немерено, как морские котики. Поэтому я говорю, мне кажется, что там больше мочи, чем самой воды.